Это, всем привет, ребят, я тебе ничего. И сегодня мы играем в Кинг-Конга, сначала играл в каких-то пауков странных. Сюда неинтересная игра. Но сейчас-то я играю в Кинг-Конга. Что же надо делать, интересно. Ну, так сказать, крушить, да, все. Опа, сейчас машинку раскрушим. Так, ох, сейчас. О, ламба. Ничего себе. Над собой собой. Это что, Кинг-Конг может? Все. И сразу вот в это вот. Это кто такой? Ничего себе. Горилла. Я первый раз такое вижу. Оп, как даст ему? Обезьяна, блин. Какая-то дурацкая, ничего себе. Она как Человек-паук. Да, реально. Сейчас надо вот таких вот врагов, да, уничтожать. Ну-ка, вот первый такой есть. Опа, как ему дал. Вот так вот даже можно. Опа. Ах ты ж. Ну-ка, хорошо. Ага, пойдет, мне еще песню. Опа, на. Так тебе. Ребят, давайте гориллу лучше. Кстати, горилла. Что может делать? Что это за прицел такой? Не люблю. А, это. Ты что, это папку удалил? Нет. Ты что? Эй, я снимаю ролики, его точно. Ты его удалил, я удалил все ролики на канале. Да, я его не удалил. Я что, дурак, что ли? Кажется, много памяти. Почему, наверное, очистка хорошая. Так, все, ну-ка пошел. Так, у меня времени нет, нормально. Так, надо найти скелетики. Видео записываем. Ну, конечно, ребят, да. Мы же записываем, мы же такие. Тимики. О-бум. Ха-бум. С одного удара, блин, отлетел. Ничего себе. Остался один враг. Смотрите, надо его найти вот. Ну, помню. Опа, ну может горилла реально трансформироваться, как Человек-паук прыгать. Горилла как... Ну блин, он чипсы ел. Или кто? Ну, дурак. Какой-то котенок маленький, бесполезный. Это таксист или продавец? По таксисту. Дурак. Маленький его переодели. Сейчас мы вот эту ламбу. Опачки! Я трансформируюсь вот этого. Мурдака. Я вот так давай трансформирую. Смотри, как он быстро бегает. О! Держись, враги. Кто-нибудь попади здесь, нет? На морды. Так. На глаза. А ну-ка, сейчас я так покажу тебе. Ура! Тут горилла, блядь. Круто прыгать. Ха-ха! Залетел быстро. Все, ура! Бум! Ребят, реально прикольная игра. Скажите. Вот этого еще надо, да? Сейчас уничтожу. Все уничтожу. Ладно, надо только плохих уничтожать. Хороших не надо. Я снилась для жизни, да? Да. Может, из-за того, что я хороших уничтожу. Вот это. О, ладно, не будем хороших, надо только плохих уничтожать. Кстати, у меня из игры такой Кинг-Конг, но только он там ничего не умел. Опа. 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 Отлетели быстро. Опа. Двоих сразу размотал. Ребят, вы видели? Последний. Вау. Так, а ну-ка получай. Отлетел быстро. Да, я победил.
Опять. Как будто, ребят, прикольная игра реально. Ну, это Том, да. Я в такое играл, даже выиграл одну карту. А Дима вторую выиграл. Сейчас третью. Еще два ролика. Так. Да. Ха, я очень быстро. Так, ладно, давайте последнюю, и я еще один ролик. Про песню ваш любимый. Кстати, эта песня, я думаю, вам понравилась, она прикольная. Мне понравилась. Так, а то я хорошо, а оказывается, он меня убил. Охуел, он охренел. Зачем меня убивать? Я ничего такого плохого тебе не делал. Вот зачем на меня идти? Я просто вот так, опа, отлетел. Даже не успел. Ребят, давайте 4 наберем, реально. Ну, 4 это круто будет. 4-5. Ну, в принципе, 1 будет. Ну, 1 это легко будет, наверное, я думаю. Враги, которые вот так просто смотрят и ничего не делают на эту целую жизнь. А хорошие люди, это которые просто идут. А враги, они просто рассматривают свою добычу и, в принципе, нападают на людей. Надо защитить людей. Ну-ка, туалет, я. Вот. У меня уже 3 набралось, ничего себе. Просто время летит реально. Вот, сейчас надо вот этих вот пацанов поубивать, да? Да, смотрим. Надо вот сюда прям идти, да? Сюда вот. И сейчас кого-нибудь вот этого вот дурочка убить. И он так... Оп! Отлетел нормально. Еще 2, да, осталось? Так, 2 нормально. Я думаю, справлюсь с этим. Ну, думаю, вот это убью. И последнего. Не один. А, одного я быстро убью. Какой-нибудь молодочок тут само будет. Так. Так. А вот он у нас. Опа. Все, я победил. Короче, с вами был я, Тимечевой. Всем пики-пики, да я бежи-беги.